Арти-25 представляет. А, он про фарм, ты про фарм серебра сказал, на 5-м уровне деньги будут без према. Не, чувак спросил премиум танк. Я не знаю, какие премиум танки сейчас актуальны. Я просто на них не катаю, поэтому я не в теме. Блин, может отыграть в ту сторону. Так, со 140-то понятно. Я, кстати, прокидываю ему. Ну, я думаю, что я накрыл. Надеюсь. Люди берут отметки на арте там. Кто-то очень сильно запаривается, кто-то не очень сильно запаривается, но берут. Было бы желание. Я в рандоме очень мало вижу людей с тремя отметками на артах, особенно на топовых, очень мало. На самом деле даже я скажу вам, что когда я играю в рандоме, я ни разу не видел, я стараюсь обращать внимание, может где-то я не увидел что-то, но я ни разу не видел человека с тремя отметками, например, на каком-нибудь 92-м. Вот ни разу не видел, просто ни разу. В рандоме против там меня, если с артой сталкиваюсь, или в союзной арте, ни разу не видел. Но я не говорю, что таких людей нет. Слушай, для меня тут пока все хорошо складывается. Вообще шикарно складывается. У меня 1900 средух на 212-м, это норм. Ну, надо больше, братан. Арта дамажит шикарно, попадает в бои с десятками. Надо больше. Вот это плохой выстрел был. Не рассчитал, что он так далеко назад отъедет. Вообще по танкам, которые туда-сюда мечутся, лучше не стрелять. Надо более статичные цели выбирать себе. У нас 8-3 отметки взял. Просто как-то сразу начал осознанно играть на ней и решил добить. Но от рандом на 6-м уровне сгорел зад. Три арты, да-да-да-да-да. ЛТхи. 3-6 штуки. Че там по поводу бомбардира-то? Не пахнет? Вот здесь вот запах бомбардира есть или нет? Давай к левее встанем еще. Я сам поэтому не люблю рандом на 6-м уровне. Не то, что типа я не люблю арту на 6-м уровне, я не люблю рандом на 6-м уровне. По вот этим, собственно, и причинам. Много ЛТ, куча упарантов, все очень быстро, и ты не успеваешь просто за ходом боя. А урон дайте? Это, кстати, было нечестно вообще-то. Что-то такое ощущение, что ебята хапнули. Они как-то слишком много стало, и они какие-то такие резкие, дерзкие. Леопардики проджеты шотные. Это очень интересно. СТБ вкатывает. О-о-о, так. Я жду момента еще какого-то сейчас. С СТБ это все понятно. Там. Прямой 0, сплэш на 400, блин. Такая рандомная штука, пипец. Угу.
Но очень много шотных танков. Только не в камень. Блин. Могло и правее полететь. Попал бы в трупы со третьего, и был бы сплэш. Бадгер остановился почему-то. Не захотел получать бочину больше. Ты все равно все равно получал. Блин, не беру. Или беру. Надо вот сюда заехать. Очень много шотников. Леопард, Проджета, Е5, Е100. Будут ли они только выкатываться вместе все? Хорошо. Ты прям красавчик. Ты вообще красотка. Конь. Так, леопард шотный, да, вернулся, получается. Фугасами и 263, ну ты чего, блин? Какие фугасы, дядь? Еще под арту выезжает. Не выезжай под арту. Вот это наша арта должна прокидывать. М53, которая... Она не попала? Как можно промазать в такой ситуации? Я думаю, что вот здесь сейчас вылезут еще типчики. Проджеты это я не беру. Вот здесь типчики, да. Так, и здесь прогетто еще ползет один. Подожди, а у нас арта забрала леопарда, что ли? Я что-то не усек. Леопард-то сдох. Не беру. Здесь может вылезет чел. Но они шотники. Кроме гриля и Бадгера. У Бадгера пол хп, у гриля фул хп вообще пишет. Сейчас ко мне кто-то здесь поднимется. Либо здесь, либо вот здесь. GG. А, гриль ты шотный. Ну-ка забери его, Лео. Хорош. Что-то у гриля там вообще проблемы. По хп были. Недолет. Невероятно плохо. Капец, там в чате срач идет. В бою. 400 хп я могу забрать. Ага, молодцы. Слушай, так, у нас арту забрали, да? А зачем ты сюда вылез? Стоял бы здесь в углу, бы не светился. Я так понимаю, его забрали отсюда, да? Леопард 300 хп. Они все шотники там, все шотники. А я вот не беру. Найс, 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 найс. Я беру все. Капитан Пельмень. Мчи давай за победой. Ну, Е5, Е100. У Е100 вроде 400 с чем-то хп, у Е5 там чуть ли не 100-200. Что увидит леопард? И где? Давай-ка мы подкатимся вот сюда к краю, наверное. Вдруг сейчас я арту увижу здесь. Арту не увижу. Они сейчас на захват будут вставать, скорее всего. Просто есть идея.
что-то здесь почекать. Главное, чтобы ко мне не приехали. Так. Это я уберу с экрана. Там арта, блин, я не слышал звука засвета. Все, забираем и валим вниз. Потому что я боюсь, что ко мне Е5 здесь приедет. Вот и база пошла. У меня есть, кстати, попытки, чтобы сбить ее, потому что там шотные танки стоят. Но мне нужно повыше забраться. Или я отсюда беру? Я отсюда беру. Окей. Шоу интуиция. За трупом Бадгера. Я видел, как он дернулся. Дурачок. За трупом... Зачем за трупом-то прятаться и еще толкать при этом труп? Это сотка. Это сотка была. Потому что был бы Е5, я бы его забрал. Че, еще раз сюда кинуть? Их двое там. Или не кидать, подождать, там леопард почти подъехал. А, арта там. Найс. А что с Е5? Какой перелет? Ну ты чего? Ну игра. Ладно, он его заберет, леопард. Блин, да в смысле перелет? Я еще долго думал, но там я просто боялся кинуть, потому что... Я ждал, когда леопард откдешится, чтобы забрать другого. Потому что пока мой снаряд летит, леопард заберет, и я могу попасть в труп. Вот чего я, ну, побоялся. Дай воина, брат. Или как? Это просто вытащенная катка. Невероятно крутая. Еще последний выстрел был без полного сведения, но это того стоило. Фух. Найс. 4500 у челика. А у меня 4300, но у меня чистого опыта 1354. Станы 2500. Фух. Красавчик. Спасибо.